Опа-на, блоги, которые не выходят. Выйдет скоро. Мы купили лапник. Лапник купили за 2,5 евро. Елку не нашли, елок нет пока. Не обещали объяснить, что значит лапник. Ну, в лапки. Елочные лапки. И все так просто? Ну, конечно. Я думал, там целый миф. Опять я держу так, что ничего не видно. Я не знаю, как это вот люди вот так держат долго. Давай, давай, я тебя поддержу. О, так вот. На двоих. О, как сразу картинка-то повыше стала. В общем, это будет очень спонтанный влог про подготовку к Рождеству. А наша подготовка — это пообедать. До Рождества еще 20 дней. Ам. Еще 20 обедов. Супер. Никогда раньше не задумывалась. Ну, типа, есть Рождество и есть, а когда ты живешь здесь, начинаешь смотреть там, что люди делают, что они там покупают, как готовятся, это очень прикольно, потому что, например, адвент-календари здесь покупали до воскресенья. Воскресенье это было, по-моему, 28-29 декабря, потому что вот в это воскресенье начинался первый адвент, когда зажигали одну свечу, и все дарили друг другу адвент-календари как раз-таки. И вот с 1 декабря мы начали свой шоколадный адвент-календарь открывать. Мы купили вот такой адвент-календарь в Икее. И здесь внутри есть две карточки выигрышные от 5 евро. Поэтому говорят, что очень выгодно покупать этот календарь. Но мы вообще просто его купили из-за того, что увидели его первым. И я решила, что не хочу покупать никакие косметические, а взять шоколадный. И мне кажется, Икея — это прям самое такое, что может быть новогоднее. У нас сегодня 5 декабря. И вот такая конфетка. Так, сейчас, секунду. Мы освободим. Оп. Надо посмотреть, чем она. Вообще у нас подготовка началась, мне кажется, еще за 2 недели до декабря. Уже все было украшено, но сейчас вообще полный Jingle Bells, как видите. Еще одна вариация елки с собачьими игрушками. А мы Мартину купили... Ну, Мартина купили игрушку на Рождество, смотрите, как красивая. Не показывайте мне. Не рассказывайте мне, что мы ему купили. Она... Ой! Она со всех сторон, с 5 она пищит. Пошли мы за маленьким медведем, чтобы выпить с ним чаю. Здесь сегодня настроение такое. Здесь какие прикольные. Это все из шоколада. Я брату собирала посылку сладкую, вот оторвалась там. Вот эту взяли. Сейчас не будем чай пить. Очень вкусные эти медведи. А еще вот это мне напоминает шоколадные медали, которые у нас были в сладких подарках. Какой-то испанский шоколад. И вот такая прелесть в виде шоколадных свитеров. Все поймала, все спасла. Есть еще такие. А, какая красота. Просто, а вот это, посмотрите, что это. Что это за прелесть? Все хочется. Ну, в смысле, не съесть. Все хочется потрогать, рассмотреть. Вот с чем мы вышли. Большая покупка. Нельзя быть таким вкусным, медведь. Это твоя стратегическая ошибка. Я не знаю, почему я не снимала, но на днях... А точнее, позавчера Мартин вскрыл рюкзак. И черт меня дернул купить какого-то... M&M's. M&M's Дед Мороза с начинкой из M&M's. Ну и, в общем, что-то мы отвлеклись. Куда-то он пропал на 5 минут. Ну что вы думаете? Он сожрал ему задницу. И съел оттуда M&M's вместе с бумагой. Они очень напоминают его корень. Просто вообще... Это первый раз, когда он что-то украл из сумки. Вообще, когда он украл какую-либо еду. Взрослел. Все, вырос. Вырос, научился. Все, больше не робкий. Так что мы теперь все убираем со стола на всякий случай. Тоже, вдруг он допрыгнет.
делала сейчас печеньки с этими формочками и с тестом из Икеи. Очень удобно оказалось тесто. Смотрите, сколько у меня вышло с одной упаковки. Вот это тесто я использовала, сразу не сняла, почему-то не догадалась. Вот так оно выглядит. 500 грамм, это вот столько. Советую. Надеюсь, что выйдут в готовке нормально, потому что я уверена, что по составу они вкусные, они даже очень вкусно пахнут. Такая красота у нас получилась. Запахи какие. Мы пришли за елкой. В Икею. В Икею вот. Вот. Икея. Сейчас покажем. Здесь такой елочный базар. Очень мало елок осталось. Смотри, в конце дня. Он там обрезает, чуть-чуть затачивает. Ага, чтобы она свеженькая была. Да, mm-hmm. Или чтобы тебе потом подставку можно было поставить. А подставки тут нету? Она снова там на выходе. А, есть, да? Да, с водой, которая подставка. Ага, а корзинки есть какие-нибудь? Тут надо вон там в домике, наверное, смотреть, да? Смотри, там только глинтваха. Нет, там еще игрушки тоже продают. Да? Я мимо шла, да. Окей, ну вот на весь рост. Здесь еще такие палаточки на улице, деревянные, чтобы не заходить в основную Икею. И вот можно вместе с елкой купить. Он вот такой упаковывают в сетку, как надо. Вон здесь всякие глинтвейн можно купить. Да, им всякие печеньки. Всякие шарики. Вот. Привет! Я тут влог снимаю. Сейчас поздороваемся. И еще тут всякие печеньки. Вот это все там формочки. Коврики. В общем, очень удобно. Очень удобно придумали, конечно. Сейчас мы вернемся сюда. Пришли есть, как обычно, в Икее. За 2,5 килограмма мы заплатили. Почем 2,5 килограмма в Россию отправили? А ты отправлял. А, у меня полный чек был 64, да? Там за 2. Три отправки было. Одна Европа? 12. Нет, один был свитер. Да. 12. Ну, короче, около 35 евро, да, за 2 килограмма. За 2,5. Я вчера купила, наконец-то, точнее, ко мне приехал пальто. Такое красивое. Эй, где фокус? Вот фокус. Теперь еще надо валенки новые купить. Посветлее. Видите, заносила. С конца зимы они не доживут. Наушнички. Со мной. И шарфик. Вот такой-то пальто. Кос. Вот такой лук, такой порвать. А это муж мой, модный. Вообще не мерзнет в своей микрошапке. Это мой стиль, это не для тепла. Да. Ну, а это все в темном. В темном, все в темном, в черном. А тут какой-то буфет. Вот, за 8,99. Люди набирают целые тарелки. Вот. Выбираем елку. Никогда не думала, что елки такие тяжелые, хотя кажется, что они малышки. Так, смотрим. Ну, хорошенькая тоже. А у меня вот такая пушистая. Ну да, маловато. Ну все, выбрали. Не-не-не, это огромная. Куда ты ее понес? Это очень большая. Большая. Мне нравится, что вот эта макушечка одна, вот такая ровненькая, видишь?
С без. Под виды. Взяли мы елочку, нам дали вот такую карточку. И сказали, до марта елку сдать можно, чтобы потом получить 12,5 назад. 12,5 евро назад. А сколько мы заплатили за нее? Она 26. Вместе с подставкой? Не, подставка еще 16. 17. Тогда мы за нее заплатили 24. 24? Да. Хорошенькая. Такие здесь продают по 60 за мелбур. Да, да, да. Но с доставкой домой, якобы. Ну да, ну да. Ну типа там крутые всякие фирмы. Кто что тут украл? Я купила первую елку европейскую. С ней легко обращайся. Она не тяжелая. Продолжение в установке. И как мы Мартина будем отучать? Нельзя. Нельзя. Сейчас у него будет улица. Мартик, фу. Твоя первая настоящая елочка. Какая идея из пакета? Вот так мы поставили уже в ночи вчера елочку. Собирали просто всем домом, можно сказать. Мартин, естественно, нам помогал. Я уже ничего не снимала, потому что мы еле установили вот в эту дурацкую подставку из Икеи. Подставка эта стоила 17 евро. И она очень удобная. Как видите, ствол у елки не крупный. И поэтому он постоянно вылетал. Мы там зафиксировали на картон. Не знаю, сколько это все продержится. Подлили туда водичку, и вроде бы как она должна простоять до Нового года. Мне очень нравится, она такая хорошенькая. У нее такая классная форма. Я как раз хотела невысокую, и в ней нет никаких залысин. Очень красивая. Уже положили, поставили, точнее, сюда вот эту блестящую макушку из пепка, которую показывала. И это я вчера пробовала намотать вот эту гирлянду, чтобы посмотреть, как будет смотреться. Смотрится очень классно. Сейчас я вам покажу. Только найду, где ее включить. Смотрится очень классно, но она коротенькая. И это я просто примеряла. Вообще я эту гирлянду покупала для вазочки на кухне. Ну, в общем, для декорации кухни. Если выключить свет, это смотрится очень красиво. И, в общем, нам нужна вот такая гирлянда на леске 100 метров, чтобы обмотать всю елку, чтобы она вся светилась огоньками. Потому что игрушки нам, во-первых, не светят в этом году. Сейчас я вам покажу свои игрушки. Это я отобрала то, что я хотела повесить. У меня еще есть золотистые игрушки, но я их не хотела вешать, кроме вот этой рыбки, которую мне в прошлом году подарили. Но в итоге... Что в итоге? В итоге мы ничего, наверное, не будем вешать, потому что это первая елка Мартина настоящая. Она ему, у него вызывает очень много интереса. И поэтому он хочет все снять с нее. Он думает, что это его игрушки, он прыгает на нее. И, наверное, мы не будем вешать вот это вот брокколи, которую я показывала недавно. Возможно, я их просто применю на веточке отдельно где-нибудь. А вот эти две игрушки в прошлом году я выиграла, когда ходила на блогерскую встречу от Летуаль в посольство Великобритании, и там дарили вот такие игрушки. Эту игрушку мне подарила подруга в прошлом году. Смотрите, какой классный, в earmuffs, в наушниках. Затем вот эти две игрушки из самоката. В прошлом году они там продавались. И вот эта игрушка мне очень напомнила Мартика. Смотрите, такой же мишка. Вот такой шар с оленем есть. Это Тёме кто-то дарил на работе на прошлый. Вот такой шарик я в прошлом году покупала. Позапрошлом на нашу елочку. Потом у меня есть еще такой щелкунчик. Его, наверное, сейчас просто куда-нибудь поставлю. Еще я вот такого пуделя в прошлом году заказала, как знак, что у нас появился Мартин. Он мультипу, правда, но, в общем, все пуделины — это наши родственники, поэтому пудель отлично. И вот такой еще Дед Мороз у меня есть. Покупала его в цветном Москве. Вот такой шарик. Вот этот, по-моему,
Нет, это новый тоже, один из новых шариков. И вот такая мелочь всякая еще есть, серебристая. Вот это из пепки я вешала, из пепку, простите, я вешала на елочку на кухонном столе в гостиной зоне. И вот думала на елку повесить, но, наверное, не будем. Еще вот такой плед вчера взяли в Икее. Он такой, как букле, мне понравился. Он такой уютненький, и я как раз сразу все светлые пледы, которые здесь были, отправила в стирку. И еще в Икее взяли вот такую тарелочку. Потом я ее буду использовать для салатов. И еще хочу сказать про эту свечу. Как видите, я ее уже зажгла. Это линейка соленая карамель из Zara Home. Она просто потрясающая. Сейчас еще поставила мыло в ванную комнату. Я обожаю такие ароматы съестные, всякие булочные, ванильные, вот как раз-таки соленую карамель, в общем, всякое такое. Ну и наряду с этим я люблю ароматы Пало Санто, Сантал, в общем, у меня очень странный набор, но что есть, то есть. В общем, очень-очень классный аромат на зиму, для Рождества, для Нового года, и у кого есть возможность, обратите внимание. И есть еще имбирная серия с имбирными печеньками, тоже очень вкусно пахнет, она вот в таких оттенках, в темных тоже. Ко мне приехал мой новогодний подарочек себе, причем это был один из подарков. Я решила составить себе виш-лист и пойти по нему. Решила заказать то, что я давно хотела из косметики, подарить себе новую сумочку, и там же также есть позиция для мужа, для моего новогоднего подарка рождественского. И я решила подарить себе сумочку и еще одну вещь, которой я даже не думала, о которой не мечтала. Я боялась вообще заносить виш-лист, потому что мне казалось, что это просто из разряда чего-то неосуществимого. Но я сейчас посмотрела цены, и, в принципе, у меня есть эта сумма, я могу себе сделать этот подарок, и я надеюсь, что все получится. Мы поедем в Прагу через неделю, я вам обязательно покажу, как мы сходим, примерим, выберем. Если мне все откликнется, то будет еще один подарок для себя, любимый. Вообще очень важно себе делать подарки, хвалить себя за какие-то моменты. Я действительно очень рада, что закончила год без творческого выгорания и с огромной проделанной работой за год. Сейчас я знаю, чем я хочу дальше заниматься, даже в новой стране, и у меня получается. И я очень много работала в декабре, причем в декабре в этом году я работала не как блогер, и делала кучу-кучу каких-то коллабораций, принимала кучу доставок, и часто такая работа вообще неблагодарная была, поэтому прошлый весь декабрь ушел просто на блогерские рассылки, на съемку всего этого. Причем я не могу сказать, что заработок был какой-то супер классный, при всем при этом. В этом году я посвятила все только какому-то своему развитию, менторству, обучению, и поэтому я очень рада. Я давала людям пользу, знания, и рада, что этот месяц вышел у меня таким замечательным. В общем, здесь у меня сумочка, которую я даже не планировала покупать. Вы просто не поверите. Сейчас мне нравится у Louis Vuitton модель Noe в винтажном ее изображении. Но я недавно ее видела вживую и поняла, что она очень большая для меня. И поэтому, в общем, я нашла, можно сказать, аналог под свою комплекцию, под свой рост. И также это Селин, как я и хотела. Вот такая малышка. Очень-очень хорошенькая. Смотрите, что мне Тёма тут написал в открыточке. Он ее заказывал. У меня просто не вышло заказать со своего счета. И такое послание. Вот, я очень рада, что он мне тоже гордится. Эта поддержка очень важна. Тут постоянно проходим этот магазинчик цветочный. Посмотрите, какой они делают разную красоту. Очень стильные веночки. Вот это вообще красная композиция с ягодками. Вот это тоже очень красивая. Вообще все красивые. Еще вот эти букетики прикольные с протеей. Вспомнила, как она называется. И вот такой мне еще нравится. Вот этот. В магазинах
находится вот здесь, где ярмарка. Около главной площади, если вы будете искать. А, на уходе тут. Ну, я их поснимала. У нас сегодня довольно тепло, но влажность какая-то такая не очень приятная, поэтому я вообще без шапки даже, это мне не холодно, у меня вот здесь уши мои висят. Ну и даже без них очень приятно на улице. Это оказалось в районе нашей ярмарки. Представь, я вообще ничего не снимала. В общем, вот. Вот наша ярмарочка. Такая красненькая. Здесь у нас очень много разной еды. Вкусный, сытный. А, ну, мяса много. Я не знаю, насколько она вкусная, но выглядит это очень вкусно. И вот там елочка. Вот. Очень миленькая. И вообще ярмарка наша в этом году вошла в восьмерку самых крутых по Европе. По голосованию там какому-то. И даже обогнала Вену. Сейчас с вами пройдем там, где пунш наливают. Здесь у нас пунш разный, несколько палаток, они еще с той стороны тоже есть. Вот все ходят с такими стаканчиками. Тоже можно потом это все вернуть, получить 2 евро обратно. Тут немного продукции. И вот она, наша елка. Кто-то говорит, что очень бедно она выглядит. Но я вообще, знаете, всем довольна, мне все нравится. Атмосфера супер, ярмарки супер. На цены я особо не жалуюсь, потому что я понимаю, что это всегда так. Вот. Елка настоящая, вырубили ее какой-то семьи, которая намешала на огороде. Они сделали заявку, елку забрали и поставили сюда. Вот, веточки какие-то еще подсохли. А вот там... Вот там тоже что-то во дворе. Сейчас пройдем туда. Покажу. Вот, и в общем, я ни на что не жалуюсь. Мне все очень нравится. Я прекрасно понимаю, сколько все стоит на ярмарках. Это все дело такое. Вы еще у Цума не гуляли, наверное, просто. Так. А тут во дворике стоят елочки. Пройдем. Тык-тык. Вот, ну тоже уже что-то тут пообсохло немножко. Просто вот так. Такая зона. Просто они уже давно тут стоят. Рождество у нас на следующей неделе, поэтому им вот вырубают нижние веточки потихонечку. Продолжаем распаковывать посылки, которые приходят к Рождеству. Вообще, эти тапочки заказала на Черную пятницу. Они были со скидкой на Farfetch, что вообще очень удивительно, потому что Farfetch просто ломит цены ужасно на все трендовые модели, которые есть. И это вот такие замечательные тапочки UGG из новой коллекции. Они на платформе. Внутри они на меху, очень теплые, очень мягкие. Вот так они выглядят на ноге. И хочу сказать, чтобы вы обратили внимание, что тапочки эти я тоже взяла на 2 размера больше, чем мой размер есть. Вот восьмерку я беру в UGG всегда. Во-первых, я заказывала себе Тасман. Тоже супер популярная модель в этом сезоне была. Но я в нее не влезла. Я заказывала шестерку. Там очень узкая вот эта вот тесемочка здесь на щиколотке. И свои ультрамини я тоже брала восьмерку. Тапочки тоже восьмерка. И как видите, вот они мне прям как раз. Еще из-за того, что они внутри объемные. Вот, надеюсь, помогу вам с выбором. У нас завтра Рождество. А я зашла в пекарню. Давно туда хотела зайти. Точнее, это патиссери. Местная, симпатичная, и купила там пироженки нам на завтра. Вот такой Merry Christmas в окошках. Вообще все сейчас по домам, по магазинам скорее бегут, бегут. Такая атмосфера прикольная, как у нас 31-го обычно.
шампанское кубка. Знаете, самое важное, чтобы пить на выходных. О, да, смотри, что у нас тут есть. Почему каждый раз, когда что-то записываю? Про длинное и толстое. Да нет, всегда какие-то вещи, которые мы проходим, там обрезать. Да не надо это обрезать. Давай возьмем что-нибудь. Ладно. Скажи мне вкус, а я тебе скажу. Да паприка одна везде здесь по Европе продается. Это, конечно, удивительно. Spring onion, как тебе? И, да, и сметана тоже. Да. Я люблю, это мои любимые вкусы. Кстати, чипсы словацкие вкусные. Ну, не именно эти, а с паприкой вкусные. Первая подошла мне, а я Синдерелла Крин, поэтому взяли вторую. А, ну да, первая мне подойдет, наверное. Смотрите, что тут есть, я не знаю, вам там видно или нет. Какая милая. Все, Мартик получил подарок. Так, ладно. Супер. Так классно, когда много подарок. Это же Шанель. А у меня еще тут... Мои были распакованы. Разные, всякие, красивые. Вот такой у нас получился ужин с оливье, с креветками. Здесь на две порции, даже больше немножко. Остальное в кастрюле, в холодильнике стоит. Сейчас еще достану десерты, потому что их точно нужно съесть, потому что я их покупала вчера. Вот такой уют у нас. Merry Christmas! С прогулки пришел. Итак, давайте вместе распакуем рождественские новогодние подарочки. У меня есть еще одно желание, которое мой Санта не смог найти. Но я надеюсь, что скоро он все равно найдет. Потом вам покажу. В общем, вот такая вот сумочка от Celine. У нас здесь много всяких косметических штучек. Это вот мне Санта принес тинт от Chanel. И вот такой наборчик от Сисли буду пробовать с удовольствием. Здесь у меня новый уход. Это я сама себе заказала. Приуроченный к Новому году. Решила пользоваться всякими кислотами больше. Разбираться в этом, в общем, новый обновленный уход. Как раз вот это туда же пойдет. Вот такая замечательная свеча от Zara Home. У Loewe есть похожая. И даже это мне больше нравится. Поэтому решила тоже такой подарочек своему дому сделать на Рождество. Мартин, ну, очень нравятся вот эти штучки все. Он уже украл у нас Дед Мороза. В общем, вот такой вот вкусняшка такая. Очень довольна, что я ее попробовала, что Тёма её нашёл. Вот такой Дед Мороз ещё сладкий у нас здесь есть. В общем, как только проходит первые две недели декабря, что-то вот это вот из лимитированных коллекций найти просто нереально в магазинах. Поэтому на будущее имейте в виду, что в Европе все пропадает, и все эти адвенты еще перед декабрем убирают из продажи. И, в общем, вот эти вот все сладости тоже. Поэтому очень сложно будет найти потом уже в декабре что-то. А здесь от Байреда вот в такой красивой коробке. У меня был блеск, так я его хотела. Мне очень нравится, что он идет вот в такой в таком чехольчике. Еще была красивая коробка с ним. Простите, мне здесь помощник, который очень хочет шоколадку. И еще они отправляют вот такой красивой упаковке миниатюрки к покупке. Затем у нас здесь от Jisoo маска и бальзамчик. И тоже в подарок еще была вот такая штучка в хлопушке. Затем здесь у нас тапочки меховые от УК. Да. И также вот этот пакетик. В одном из влогов покажу, как я покупала свое колечко. Так, тут надо очень аккуратно открывать, потому что оно прям отскакивает, эта упаковка. Оп! Вот такая красота. Это в белом золоте гвоздик.
Вот такие были подарочки. Напишите в комментариях, как вам, что бы вы себе из этого хотели.